Здравствуйте. В сегодняшнем выпуске программы «Эксперт» мы продолжим рассказ о самом, наверное, драматичном, самом тяжелом периоде истории Астрахани, Астраханской губернии, Астраханской области, о событиях марта 1919 года. Мы выпустили уже целый цикл программ, говорили с несколькими историками. Мы говорили о событиях, которые предшествовали началу 19 года. Сегодня с историком Олегом Шейном мы попробуем разобрать, почему вот эти события в марте, эта драма в 1919 году произошла, что сделало ее неизбежным. Итак, Олег Васильевич, день добрый. Добрый день. Спасибо за визит, да, продолжим этот рассказ. Мы остановились на конце, в предыдущем выпуске, мы остановились на конце 18 года. Мы обратили внимание на то, что традиционные такие институты сдержек и противовесов в Астрахани, вот это умение договариваться, эти институты себя практически исчерпали. То есть начало копиться напряжение, по ряду причин. Появилось огромное количество пришлой публики в городе. Население Астрахани, города Астрахани выросли почти вдвое, где-то процентов на 60-70 примерно. Огромное количество людей с оружием. И начало появляться и руководство губернское, уже не из местных, которое вот эту культуру договоренности она явно не принимала. Что происходило, как астраханцы встретили 1919 год? Год, предшествующий 18-й, был годом очень больших изменений. Изменения эти отражались в следующем. Если после установления в Астрахани советской власти здесь была такая социалистическая многопартийность, и местами местомправительства были у левых эсеров, максималистов, большевиков, народных социалистов, предлагали даже меньшевикам, те отказались, то буквально к концу 18-го года все некоммунистические силы из правительства были выдавлены. Второе. Из правительства были выдавлены очень многие и астраханские большевики. На самом деле большевиков, имевших большой предшествующий опыт, было очень немного. В 17 году на весь край насчитывалось всего 12 сторонников Ленина. Но это были люди, правда, с большим опытом, с большой предысторией, очень начитанные, с большим таким вот революционным стажем. В 19 году в партии было 5500 человек. Это были еще другие люди. То есть старая вот эта партийная интеллигенция, партийная аристократия, так скажем, да, она, в общем, размылась и потерялась. Она не просто размылась, и она была не ко двору. Абсолютно верно. И фамилии таких людей, вот у вас-то не очень видим на улицах названия, там, Лемесов, Трусов, Аристов, все эти люди, которые были реальными, наряду с левыми эсерами, с максималистами, организаторами взятия советами власти в Астрахани, буквально в течение года были со всех руководящих постов выдавлены. Смещены. То есть тот же самый Аристов, который возглавлял здесь военный комиссариат, то есть ему подчинялись все красногвардейские части, в 19 году был только командиром коммунистической роты, то есть у него подчинение было 80-90 человек, не более того. То есть такое движение вниз по иерархии колоссальное. Да, это как бы по политической части. И все руководящие высоты, их стали занимать люди, очень пришлые, очень большая была команда людей, приехавших из занятого националистами Баку. В Баку взяли власть азербайджанские националисты, и Баку, как город армяно-русский, в значительной своей доли по национальности, формировавший именно из числа русских армян руководящие советские органы, обеспечил очень высокую такую иммиграцию в Астрахань. И это люди, которые принесли с собой культуру гражданской войны. Верно. Там уже война шла полным ходом. Теперь часть вторая. Экономика. Уже были расстреляны батинские комиссары. Часть вторая. Экономика. Угу. Часть, да, и еще одна тоже вещь. Надо понимать, что очень многие активисты заводов, предприятий, которые участвовали до этого в забастовочном движении, и в том числе установление советской власти, они в предшествующий 18-й год погибли. И погибли на фронтах гражданской войны, при боях за Порт-Петровск, в боях на Дону. То есть были очень большие кадровые издержки. Второе очень важное обстоятельство – голод. Казалось бы, какой голод в Астрахани, где есть рыба? Начнем, наверное, с хлеба, потому что обычно, когда говорят про голод, говорят про хлеб. В чем была специфика гражданской войны? За большевиками остались крупные мегаполисы, крупные города, где было промышленное производство, Москва, Нижний Новгород, Петроград. А за белыми оказались все хлебные регионы. На самом деле ведь в царской России не Тверь и не Калуга снабжали хлебом Москву. Хлебом крупные города снабжали Дон, снабжали Ставрополь, снабжала Кубань.
снабжал немножко Саратов. Вот эти все территории в значительной степени так или иначе либо оказались полностью под контролем белых, либо оказались на линии фронта. Сказано относилось к Астраханской и губернии Астраханской. В основном хлеб добывался на севере, где сейчас Волгоградская область, Царевский уезд. Этот Царевский уезд оказался в этот период как раз во многом в уже пространстве гражданской войны. Но рыба, что же с рыбой? Да, вот. А с рыбой случилось следующее. Во-первых, вчетверо упало количество ловцов. Ловцы были в основном люди приезжие, с северов. Там Нижегородская губерния, Рязань, Тверь и так далее. Трудовая миграция прекратилась. Им не надо было эмигрировать по двум причинам. Во-первых, сложная ситуация, война, и безопаснее быть дома, хранить свою семью. Во-вторых, они там у себя в этой своей Твери поделили помещичьи земли. У них получился хороший большой надел. Зачем? Может быть, не для товарного производства, но для того, чтобы обеспечить себя 15 пудами хлеба на год, чтобы хватало на едока. И зачем куда-то ехать в Астрахань и потом испытывать приключения? Тяжелый труд на промыслах. Более того, очень опасный, потому что выход в море тогда сопровождался в том числе и большим количеством людей, пропавших без вести. Поэтому если в 16-м году в регионе было 120 тысяч ловцов, то в 19-м году всего 30. В четверть число упало. А население Астрахани возросло, на самом деле, действительно, практически вдвое. От 150 тысяч до, по разным оценкам, 220-280. То есть сюда бежали люди с севера. Москва, Астрахань – город рыбный. Ташкент – город хлебный, Астрахань – город рыбный. Что меняется? Отступившая 11-я армия. Конечно же. Да, отступает 11-я армия. Огромная масса деморализованных войск, и все вооружены. Я бы не сказал, что они были сильно деморализованы. Они не сдались. И Деникин отмечал достаточно высокий боевой дух. Но это были люди, которые были больны тифом. Это были люди, которые были голодны. Это были люди, которые прошли через эти все мертвые степи. Сейчас автолюбители, когда приезжают... Нагрузка на инфраструктуру Астрахани была абсолютно запредельная. Город переварить вот такое количество людей дополнительно не мог. Плюс тиф. И всего две работающие бани. Вот, на 200 с лишним тысяч человек всего две работающие бани, потому что не было угля и не было нефти. Да, о тифе все говорят, просто вот, ну, не могу не напомнить. Все-таки я из медицинской семьи, у которой очень много информации вот с тех времен. И сифилиса. Вот в городе вспыхнула эпидемия сифилиса. Я думаю, что на кафедре патологической анатомии нашей медакадемии, медуниверситета теперь, до сих пор сохранились препараты четвертичного сифилиса. Ну вот, честно, давайте скажем. Я думаю, что и последствия испанского гриппа тоже сработали. То есть эти патогены не же менялись. То есть была ведь не тогда случайно очень сложная эпидемическая ситуация. Газеты этого периода больше всего материалов, какой врач когда принимает. Вот это в каждом номере газеты «Коммунист». То есть вся инфраструктура работала просто с предельной перегрузкой. И особенно доставалась медикам. Поэтому в городе, учитывая полный дефицит еще и по топливу, выключают ночью огни. То есть город погружается во мрак. Перестают работать трамваи, перестают работать театры и кинотеатры, и отпускают бензин, нефть только на предприятия, занятые на оборонных заказах. Вот это Астрахань по состоянию на конец февраля 2019 года. И 25 февраля сюда прибывает Киров, который должен был быть в рядах 11-й Красной Армии, выдвигался туда с грузом из автомобилей, из небольшого числа грузовиков. Но поскольку армия сама уже отступала и уходила на базу в Астрахань, Киров вернулся сюда. 25 февраля. Вот насчет 25 февраля. Вот говорят, что и раньше он здесь был, просто не светился. Он был здесь еще в 18 году. Киров журналист. Киров родом откуда-то там, северов, я сейчас не помню. Сейчас город, это и не важно. Потом он оказывался в ссылках. Он очень плотно сотрудничал с меньшевиками. Он печатался в кадетских газетах. И как любой неофит, он, естественно, стремился показать, что он человек... Человек авантюрного склада. Дважды поднимался на Эльбрус. Дважды удостоен титула «Снежного барса». В те времена за пятитысячники присваивался этот титул. Ну, тогда это действительно было событие. У Кирова был отличный опыт взятия советами власти в Владикавказе. То есть вначале рабочие, которые сформировали советы, по инициативе Кирова вступили в альянс с казаками. И казаки сказали, мы тоже поддерживаем советскую власть. Но потом был взят курс на сотрудничество с горцами против казаков. Такой вот резкий переход. Он, может быть, был стратегически где-то и оправдан, потому что казачье войско в целом-то не симпатизировало советской власти. Но понятно, что это говорило об особенностях политического подхода, такого с неожиданными резкими разворотами. И 25 февраля
1919 года принимается решение о том, что в Астрахани ликвидируется, по сути, советская власть, и все передается в руки военной диктатуре, Реввоенсовету. Во главе Реввоенсовета Сергей Киров, среди членов Реввоенсовета Сакс, это руководитель Каспийской флотилии, Колесникова, руководитель местной большевистской организации, но не астраханка. Колесникова буквально недавно прибыла в Астрахань. И единственный астраханец это был Федор Трофимов, руководитель профсоюзов, но и роль там была, понятно, достаточно второстепенно. Первый же декрет, который принимает Реввоенсовет, касается резкого уменьшения хлебных норм. С, ну, грубо говоря, там килограмма хлеба до полкило. Причем для детей еще меньше, примерно 120 грамм. И если в предыдущий год, 18-й, хлебные нормы были даже еще меньше, они были еще меньше, чем. Они были где-то около 200 граммов. То в 18-м году, тем не менее, была рыба. А в марте 19-го ее не было. И еще по одной причине. Один из руководителей новой астраханской власти, человек, который сменил здесь прежних астраханских большевиков и левых эсеров, некто Бабкин, был прислан из Петрограда, рабочий металлист с такой предыдущей революционной биографией, у него была задача обеспечить поставки хлеба в центр. И первое, что начал делать Бабкин, это ликвидировать весь частный рынок. Дело доходило до того, что он предложил национализировать хозяйство отдельных ловцов. То есть у семьи вот есть сети, есть баркас, лодка, это предлагалось национализировать. От этого местные большевики как-то еще успели отбиться. Но зато Бабкин вел полную монополию на торговлю рыбой. Были закрыты все палатки там на больших, на малых осадах, на членских осадах, по рыбной торговле. В результате ловцы, которые до этого выходили в море, сказали, зачем нам выходить? Мы лучше будем не в море выходить, будем выходить лучше в реку, для своей семьи хватит. А в город зачем нам это продавать по каким-то ценам, когда мы не можем обеспечить себе ту цену, которая нам интересна. И газеты были заполнены достаточно людоедскими приказами, ну и статьями, типа вот у меня сейчас одна открыта, классовое распределение продуктов. То есть хлебные пайки в соответствии с вкладом, так сказать, в общее дело. Правда, детей обещали защищать и выделили там три категории для детей. Но, тем не менее, голод, по сути дела, был организован. И вот здесь есть еще одна важная вещь. Мы сейчас, причина голода все-таки была не только в объективных каких-то обстоятельствах, вот в перегрузке инфраструктуры, но и в действиях власти. Я думаю, что не столько причина голода. На самом деле глубокого голода в Астрахани не было, хотя были проблемы в уездах. И действительно отмечается, что были разорены даже некоторые ловецкие уезды. Ну, скажем мягко, да. Недоедание очень, было. Очень, большой, недоедание. Да, очень большие проблемы с обеспечением населения продуктами. Очень большие. Но очень важно отметить, что было подкошено ловецкое хозяйство. Причем как оно было подкошено? Тоже в этом есть парадокс. Даже не решениями власти. На уровне астраханского правительства местные астраханские специалисты и астраханские большевики как-то еще смогли убедить, уговорить, съездили в Москву, объяснились там, что не надо национализировать ловецкие хозяйства. Комбеды. На местах были созданы комитеты бедноты, и некоторые из них, я не скажу, что все, потому что это надо, конечно, изучить очень детально, но некоторые из них действительно стали ходить по дворам, собирать снасти, собирать сети, национализировать типа там баркасы, которые после этого просто рассыпались, поскольку не было им должного внимания. То есть было много волюнтаризма, ну и фактически мародерства. Во многом это перетекало именно в это. И даже злоупотребление со стороны... Абсолютно. Вот этих самозванных Поэтому чиновников. В октябре 2018 года, вот за полгода до марта 2019, местное правительство принимает официальное решение запретить комбедам осуществлять реквизиции. Ну, запрет-то был наложен, а на местах все равно все во многом продолжалось по-прежнему, по-старому. Это, естественно, тоже подрывало снабжение города рыбы, потому что ловцы опытные, квалифицированные, они предпочитали просто обеспечивать себе свою семью, рисковать. Плюс еще прекратились поставки хлеба с Ставрополя. Там тоже была интересная ситуация. Линия фронта, хотя и существовала, но это же не Вторая мировая война, с окопами, с вот, неким пространством, которое невозможно пересечь. Это другое, это гражданская война, достаточно мобильная, и поэтому из Астрахани люди... Если знаешь обстановку, свободно можно проехать. С соленой рыбой, с замороженной рыбой зимой ехали туда на Ставрополь, и с Ставрополя везли хлеб. После чего вместо того, чтобы хлеб это продать, хлеб у них изымался, и следующая экспедиция уже, конечно, никуда не ехала. В результате действительно город оказался погружен в недоедание, как минимум.
и как отреагировало на это население, ну, по крайней мере, часть населения, которая, в конце концов, 10 марта вышла на улицу. Вот здесь очень важные события, это март, начало марта. Марте, да, о первых числах марта давайте поговорим после небольшой паузы. Итак, небольшая пауза и продолжим. Итак, мы продолжаем с Олегом Шейным, историком, рассказ о том, что произошло ровно 100 лет назад, в начале марта 1919 года. Мы вернулись, сейчас вплотную подошли к самому мрачному, по-видимому, из периода в истории города Астрахани, ну, и Астраханской губернии. Как минимум в 20 веке. В 20 веке, ну, в общем, трудно найти, наверное, события и в более ранней истории. Там много чего было. Но все-таки по масштабам, наверное, это было, наверное, самое крупное событие. Итак, что происходило в начале марта? Итак, власти у Реввоенсовета, по сути как дела... Как подошли к 10 марта? Местные советы прекратили свое функционирование, то есть власть у них была де-факто изъята. Принимается решение о резком двойном сокращении норм выдачи хлеба. На хлеб завязано все остальное. Хлеб служил как иная валюта. Рубль в это время быстро падал в цене, не то чтобы там ежедневно, но, в общем, в течение 19-го года, начало 19-го года, он обесценился примерно процентов на 40, достаточно ощутимо. Поэтому хлеб был эквивалентом всего, что угодно, вплоть до ремонта, скажем, обуви. Астраханские рабочие недовольны. На астраханских заводах начинаются собрания. И 5 марта 2019 года в здании, где сейчас находится администрация области, проходит очень большое собрание, которое затягивается до 2 часов ночи. Начинает собрание человек, чья фамилия звучит Бакинский. Такого человека нет, понятно, в природе, и его невозможно вычислить автоматически, по крайней мере, псевдоним. Явный человек из города Баку. И начинает он рассказом про предстоящий съезд Коминтерна, про то, что на этот съезд не могут попасть люди из Японии, потому что Сибирь занята Колчаком. Ну, публика, люди, которые собрались, астраханские рабочие, это терпеливо слушают, но не очень долго. И начинаю задавать вопросы, касающиеся продовольственного все-таки, положения. Да, и дел. Очень быстро разговор переходит с на тему, связанную, да, с местным продовольствием. А выступает Киров. Киров говорит о том, что хлеба здесь нет. Хлеб где-то есть там в Саратове, но сейчас есть необходимость воздержаться, затянуть пояса и проявить выдержку. И в этом контексте других решений быть не может. Но это же Астрахань. Поднимает руку человек, анархист. В это время уже другие партии были достаточно слабые, а вот анархисты продолжали очень активно работать на заводах. Анархист с завода «Кавказ и Меркурий», это территория, где сейчас находится памятник Петру Алексеевичу, Петру Первому Романову. Фамилия человека Зазнобин. И говорит о том, что не должно быть хлебной монополии, что давайте отправим экспедиции по покупке хлеба по свободным ценам. И после чего берет в руки бумагу и зачитывает официальное решение ряда заводских собраний о том, что если эти условия не будут приняты, то завод начинает забастовку. Что это за заводы? Сегодняшние названия нам их ни о чем не скажут. Нобель, Кавказ и Меркурий, Кама. Это завод Карла Маркса. Это завод Карла Маркса, нынешний. Это завод Третьего Интернационала, это завод имени Гужвина, вот эти вот предприятия. И завод имени Ленина. Да, и завод имени Ленина, конечно. То есть практически вся судостроительная промышленность Астрахани. После этого диалог раздваивается, и на самом деле люди, которые выступают, они примерно имеют две стороны одинаковый вес на собрании. Но очевидно, что среди астраханских рабочих, которые туда пришли, большинство, большая, по крайней мере, часть, поддерживает именно анархиста Зазнобина. А что делать в это время после собрания в 2 часа ночи, которое так ни к чему и не пришло? Какую позицию начинает занимать новая власть? Во-первых, астраханских рабочих начинают всячески оскорблять в местной прессе. Причем о каких рабочих идет речь? Вот эти заводы, которые я перечислил, это были заводы, которые испокон веков в Астрахани поддерживали большевиков и революционеров. Это были те заводы, которые давали добровольцев в январе 18 года во время сражений с казаками. Это были заводы, которые мобилизовали боевые дружины, чтобы подавить бунт мобилизованных в августе 18 года.
когда был мятеж, именно с этих предприятий, находящихся на Эллинге, на Бакалде, на другой стороне реки. То есть рабочие, которые только что привели эту власть, можно сказать, к власти. И которые, которые поддерживали социал-демократов очень долгие годы, с которыми работал Трусов и другие люди. И они эту власть защищали с оружием в руках. Вдруг эта власть повернулась против них. Я бы сказал, они ее привели с оружием в руках. То есть и они, естественно, считали себя вправе с этой властью говорить на равных. Они не считали себя какими-то просящими людьми. Они не поняли, что обстановка изменилась, и что Киров пришел сюда с ЦУ железной рукой навести именно вот тот порядок. Полностью исчезла роль Трусова. Трусов, кстати, незадолго до этого выступал с определенной критикой местной большевистской партии, говорил о злоупотреблениях, которые там проходили, и, очевидно, вышел в оппозицию к руководству местного губернского комитета партии большевиков. Это очень явно видно по стенограммам отчетов, которые в это время звучали. Но, в общем и целом, вы совершенно правильно описываете ситуацию. В первой декаде марта рабочие почувствовали себя обманутыми собственной властью. Я бы сформулировал немножко по-другому. Рабочие почувствовали себя в полном праве поправить власть и сказать: вы не так поступаете, вы не правы. Мы вас привели здесь год назад. Они не поняли, что это уже другая власть. Они это не видели, конечно. Они руководствовались тем чувством внутренней гордости, которое у них было за предыдущие очень большие годы профсоюзной, социал-демократической, там, революционной и прочей борьбы. Это был не весь город именно рабочий и таким. Скажем, в этом движении не участвовали бандарные мастерские, то есть район Вселенских Хасад, район ближе к Балде, он в мартовских событиях 19 года не участвовал. Но район Эллинга поднялся весь. Какая идет реакция? Во-первых, в местной прессе, в это время осталась только одна единственная пресса, которая была под контролем большевистской партии, газета «Коммунист», она так и называлась. Ежедневно идут публикации, буквально оскорбляющие людей. Провокаторы. Астраханский рабочий недостоин звания пролетариата. Желающие могут пойти в библиотеку имени Крупской. Эти газеты отсканированы. И могут почитать, сами почитать эти статьи. Публикуется... Выражение «не выбирали». Не выбирали. Это до событий. Публикуется материал, крайне неосторожный, о том, что там далеко в Москве Ленин принял решение поднять зарплату московским рабочим. Ну, здесь любой человек в Астрахани сегодня что скажет на эту тему. Да, мы. Более того, требование о свободе торговли хлебом, которое выдвигали астраханские рабочие, оно соответствовало на данный период позиции Ленина. Потому что в начале 19 года центральное правительство, столкнувшись с трудностями с продразверсткой и с тем, что модель обеспечения рабочих в центральных городах через продотряды не очень эффективна, по современным оценкам только четверть продовольствия, вот Петроград, Москва, поставлялась через центральные каналы, три четверти шло через спекулянтов. И центральная власть принимает официальное решение о том, что можно переходить на самоснабжение хлебом, то есть можно идти, закупать, обменивать, менять там мануфактуру, менять рыбу, менять соль, любые другие товары. И астраханские рабочие читают это все, в том числе и в местной прессе, говорят: Москва приняла такое решение, почему здесь его не принимаете? Мы требуем делать то, что сделано в центре Лениным, Троцким, Свердловым и другими руководителями. Мы не требуем ничего большего. И в этом тоже есть логика. Однако события развиваются другим путем. 7 марта в городе объявляется чрезвычайное положение и комендантский час. Принимается решение о регулярной ежесуточной смене паролей. Вводится модель ночного патрулирования города. Принимается решение, официально запрещающее любые забастовочные. Что вот сегодня сделал любой руководитель, столкнувшись с ситуацией, с которой тогда столкнулась местная власть? Он мог бы сделать по-другому. Он бы сказал: ну, сформируйте комиссию. Давайте вместе с вашей комиссией проедем здесь по складам, посмотрим, что у нас здесь есть в наличии. То есть включил бы какие-то согласительные процедуры? Конечно. Давайте отправим, вот вроде застряли там под Саратовом в Красном Куте. Но Киров и команда, которая была с ним, решила всех ломать через коленку. Киров много выступал на астраханских заводах, но только после мартовских событий. До событий 10-го, трагичных событий марта 19-го года, Киров не выступал на астраханских заводах. Встреч на предприятиях высшего руководства, и не просто встреч, люди же тоже мысли прагматично, а предложение сформировать рабочие институты с тем, чтобы съездить в Саратов, привезти этот хлеб, посчитать, сколько есть продовольствия, и хватает ли его, сформировать рабочим не было. Кстати, на самом деле, буквально через месяц эти нормы были повышены, уже в конце
марта, начале апреля, в середине апреля, продуктовые нормы были восстановлены. Это очень короткий срок. Очевидно, что можно было избежать того кризиса, который возник 10 марта 2019 года. Итак, мы вплотную подошли к 10 марта. Что произошло 10 марта? Буквально одна минута, и мы вынуждены будем сворачивать. Я думаю, что мы коротко опишем ситуацию, да, чтобы ее рассмотреть уже более детально. 10 марта произошло стихийное выступление астраханских рабочих, к которым присоединилась часть местного гарнизона. Это выступление было достаточно хаотичным. У него не было руководства. Оно сопровождалось погромом продуктовых магазинов. Оно сопровождалось очень трагичными перестрелками с обеих сторон между теми отрядами, которые остались верны местной красной власти, и теми отрядами, которые восстали против нее. Степень жертв далеко не так, как пишет Мельгунов, но эти события, они повлекли за собой глубинные социальные катаклизмы. По сути дела, 10 марта 2019 года уничтожило астраханское свободное профсоюзное движение, уничтожило астраханское организованное рабочее движение и переломило возможность ведения вот этой астраханской дипломатичной взаимодоговорной местной политики, введя военную диктатуру в городе. Ну и тяжелейший кадровый урон понесли судостроительные заводы, то есть зачинщики, они понесли тяжелые потери, заводы практически после этого к лету уже не работали. Мы обсудим это? Ну, мы это обсудим уже в следующих программах. Спасибо большое, Олег Васильевич. Ждем с продолжением рассказа. Всего доброго. Спасибо. Итак, в следующих передачах на эту тему мы продолжим рассказ о событиях 1919 года. Ибо это период, который заслуживает достаточно серьезного изучения и публичного обсуждения. Всего доброго, до новых встреч.